Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня очередное видео покупки Ашан. Одноразовые пеленки 123. Наполнитель вообще для котят, но я для кошки беру 50 с чем-то рублей. Есть древесная, я впитывающая из камушков. Жевательные колбаски 71. Дарья до 30 с чем-то рублей. Сваты 25. Телепрограмма 37. Ватные диски я самая 60. Чипсы 39. А вот такие шапочки 22, батон нарезной в Ашане дешевле 36. Сейчас со скидкой Нивея вот такие маски по 119. Я взяла гарнир попробовать, увлажнение, свежесть. Первый раз беру, потом расскажу в пустых баночках. Стоил 150-160, сейчас стоит 119. Решила взять попробовать. Видите, одна маска, одна неделя ухода с сывороткой. Ну, посмотрим. Сейчас по акции вот такая краска Гарньер. Стоила 170, сейчас 135. Ну, где-то она дороже. Я взяла маме попробовать золотистый топаз. Тена Леди 122. Набрала вот сейчас Маги. Натуральной зелени специи 30 с чем-то рублей. Приправа для свинины 20 рублей. И вот такая для картошки 30 рублей, она со скидкой. Антинакип 27, курага 50 с чем-то рублей, ватрушка 30 рублей, миндаль 70 рублей, конфеты чудо 320, 194 грамм на 62 рубля. Взяла вот такой Dreams, видите, новинка какая-то, ну вот новогоднюю, 52 рубля. Вот такая булочка 33 рубля. И взяли еще 6 пакетиков Феликс по 15 рублей. Колбаса 21. Из овощей и фруктов много не брали. Личи тухлые по 150 не стали брать. Бананы еле-еле выбрали. Какие-то все тухлые, перемороженные. Я не знаю, что с ними. 58 рублей, килограмм 134. Яблоки подорожали по 96 рублей. Килограмм 1000, килограмм 250 грамм на 120 рублей. Так, морковь неплохая. Морковь у нас 13 рублей, 442 грамм на 5 рублей 74 копейки. Помидоры у нас оставались, болгарский перец оставался. Так, муж взял воблу. Так, воблу у нас на 165 рублей 504 килограмм. Два огурца взяла, килограмм 181 рубль, 618 грамм на 112 рублей. Так, взяла, нам понравилось, сейчас он по акции, действительно, до 19.01, шницель, там два куска больших, но можно разделить на 4, нам понравилось. Котлеты из Пава-Пава нам не понравились, потому что они суховаты, а вот шницель, ну, неплохой, если с каким-то соусом правильно сделать, вкусно. 170 рублей, а так они 200 рублей, только смотрите дату, вот у меня до 19 я использую. Так, зелень развесная, взяла укроп, 286 килограмм, 42 грамм на 12 рублей. Очень нравится вот этот хлебный дом, 38 рублей бородинский по акции. Барилла 54, кока-кола 70 рублей, сейчас по акции чистая линия, ну там 10-15 рублей. Вот, маме рожок взяла себе, вот такой стаканчик, 55 рублей. С блинами не было, я взяла блинчики с творогом, 65 рублей, вот, 8 суток действительно съедим. Сейчас по акции шпик по-домашнему, очень вкусное сало, попробуйте, не пожалеете, очень самое вкусное такое, прям кто любит, чтобы ощущался перец молотый, прям самое то. Европейский мясницкий ряд целый батон взяли. Так, сметана 50 рублей, срок годности до конца января. Домик в деревне 60, ряженка по 70. Такой йогурт 22, 21. Активе набрала по 19,90 в феврале срок годности. Вот, видите, сколько Активе. И сырки советские по 33 рубля, тоже срок годности нормальный. Так, для супа курица у нас получается 737 грамм. Собаки голень индейки. У нее еще осталось печенка говяжье сердце. Вот, но мы голень индейки. И нам понравился вот такой набор. Вот такой набор 200 с чем-то рублей. Очень классный. И голень, и бедрышко в хорошем состоянии. Просто идеально.
для шашлыка, вот если бы они летом такое выпускали, шикарно. Вот видите, две упаковки. Ну вот две упаковки почти на 500 рублей. Вот. Груши тухлые, личи тухлые, мандарины у нас остались, мы еще доедаем до Нового года. Вот. Ну кофе у нас есть, мы накупили, вы видели. Чай тоже, пакетики есть, печенье, пока все осталось. И давайте пробежимся по чеку. Если кому нужна пена для бритья по 123 рубля, арка по акции, Нивея мицеллярная вода, Дав со скидкой, всякие умывашки, ну, 50-70 рублей скидка есть. Наборы косметические, там продолжаются скидки. И давайте пробежимся по чеку. Так, молоко 59. Набор цыплят у нас получился, так, 256 и 243, потому что килограмм 245 и килограмм 180. Вобла, шницель. Так, а шницель, видите, у нас прошел как 220. И у нас даже, представляете, извинялись, что ценники не соответствуют. Вот видите, шницель должен был по 170. Они сегодня даже объявляли, мы извиняемся, что ценники не соответствуют. Ладно. Шпик у нас... Сейчас, подождите. Шпик у нас на 160. Это выгодно. Вот такой кусочек. Видите, на 160 рублей сало. Со скидкой. Это выгодно. Так. Журнал «Сваты» 32. «Дарья» 36. Так. Сервелат у нас на 322 рубля. 370 килограмм. Вот такие покупочки. 4318 рублей. И покупочки из перекрестка будет, и еще. Приятного вам просмотра. Покупки перекресток. Батон Коломенское 43 рубля. Представляете, я в шоке. Подорожал. В Ашане он стоит дешевле, этот хлеб. Ладно. Черный хлеб 33. Потом сыр Гауда взяли. И пепси 64. Хотели по акции какие-нибудь пирожные взять, а у нас в перекрестке Мамай прошелся. Ни тортов, все торты от 700 рублей. Ни пирожные, ничего нету, что по акции. Мамай прошелся. Ни макарон по акции, ничего нет. У нас в перекрестке Мамай прошелся. Покупни магнит. Бульмень. Одну пачку тетя взяли, ну, по 59. Одну она себе взяла. Вот. 59, если вы берете две пачки. 1+1. Вегету мама взяла приправу. Такой сладкий соус Хайнц. Вкусный. 54 вроде стоит. И увидели в магните вот такую творожную массу. Вот возьмем, попробуем. Так, замороженная. 500 грамм самсы. Килограмм 170 рублей. 500 грамм блинов с мясом. И килограмм чебуреков. Вышло где-то на 470 рублей. Вот. Покупки перекресток. Лучший продукт, вот этот пломбир, который по 250, очень вкусный. Сейчас со скидкой наконец-то завезли. И картошку мы взяли в перекрестке. Вот такая сумма. Вот такие были покупочки на этой неделе.